твои дела? Нормально? Отлично. Отлично. Так, это Луна Ландшафт в эфире. Мы снова на Охотском фронте. Вот у нас тут несколько небольших блиндажиков нарисовалось. Тут вроде тоже что-то такое. Сейчас попробуем покопать, посмотреть, что там, как там. Ну и по ходу дела будем рассказывать, показывать. Все как положено. Лесок. Так, пока ходим тут вокруг, сигнал отрабатываем. Это у нас картина маслом. О, под листвой. Винтовка Мосина. Похоже, саперенная. Надо хорошо. Надо хоть ковырять. Эх. Знаешь, в лес отдохнуть не дают. Надо поболее. Ну да. О, а есть туалет. Такая вот. Гранилка? Угу. Возможно, царская еще. Ну, а, планка старая. Прицельная. Так, что еще? Утро начинается с улыбки. Улыбайтесь. Так, пробежали с Лехой по округе. У нас получилась тут такая уже кучка всякого. У нас тут переноска. Гранат М24. Вот, бутылка немецкая, пол-литра из-под минералки, шпрингмина противопехотная, что там, 40-й год, клеймо. Такая вот мина. Так. Ой. Зубная паста хлорадонт. Тюбик. Тюбик зубной пасты под названием зубная паста. Гильзы тут от сигнального пистолета. В количестве такой простенький стопарик из гильзы сделанный. Просто обрезан. Вот еще один обрезок. Зацеп немецкой фляги, алюминиевый, пробка немецкой фляги, алюминиевая. А где же сама фляга? 38-й год. Фляга, не знаю, убежала. Да. Ручка только алюминиевая, непонятно от чего. Куча взрывателей ДЗ-35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Алюминиевых. Вот такие они. И пара латунных. Они не часто встречаются. Так.
Ну и детали всякие. Это вот взрыватели к шпринга мини. Пуговка. Палатки. Вот эта штучка. Ну, в общем, как-то так начинаем копать блиндаж. Вот мы и вынесли этот блиндаж. Но в нем мы ничего не нашли вообще. Полы такие были красивые вот тут. Неправильные деревянные досочки. У нас тут глиняный серфинг. Сейчас соседний попробуем посмотреть. Если мы там найдем хотя бы один патрон, это будет уже удача. Да? Да. Так. Ну, тут вот заднюю стеночку расчищаем. Уже успешно. Какие-то находочки тут у нас есть. Ну, по сравнению, да, с соседним, это успешно. Бутылка из-под шампанского. Пробка от фляги немецкой. 36-й год. Такая вот пробочка. Люверс, гильза. Гильза, патрон 9-миллиметровый, суперболт, это обойма, пробка, поясок. В общем, мы работаем над своими находками пока что. Так. Расчищаем полы. И у нас еще есть немножечко находок. Ой. Монетка цинковая. Один рейхсфенинг. Монетный двор, Берлин. Так, это у нас лозантиница долгожданная. На ходос главный. Средство дегазации. В комплекте немецкого противогаза. С таблеточками лозантина. По весу полная. Так, тут у нас пара пуговок. Патрончики разные. Стальные, латунные. Даже наш попался вот. ТТшный. Чернильница немецкая. С выемкой под перьевую ручку. Оп, пойдем продолжим. Так, мы тут еще несколько находок нашли. Сейчас самое интересное. Пошли с Лехой намывать. 5 секунд. Орел мощный получился. Да. Это у нас что это такое, Леха? О, смотри-ка, промокашка. Да, так он вообще очень ему. Прикольно. Это уже второй промокашка. Это у нас знак пехотный немецкий. Ну, как вот. Все, что можно из него выжить. Смотря с чего он сделан еще. Если это цинк, то будет не очень. Ну, а видишь, он тут треснул. Что-то гантик, наверное, что-то разозлился и выкинул. Не знаю.
Да это вообще не колпак, тут подсохнет. Ну-кась. Так, так, так. Угу. Обычно они литые попадаются. Вот уже второй раз находится штампованный. Угу. Такой вот знак нам в серебре и в цементе. В цементе. За разгрузку цемента. Ну, все, следочек. Вот, попалась пешечка деревянная. Шахматишки, видимо, тут поигрывали. И булавочка. Видимо, было бобо. И немчика. Так, кто тут у нас в уголке? Такой отпечаточек. От железки покрупнее. Нашлась находка покрупней. Пиратский? Пиратский. Пиратский нож? Сабль. Да это же маузер. И проволочка была к ней примотана. Какое-то заземление. Заземление, заземление. Держите. Пойдемте. Так, ополоснули тут. Что у нас тут? Карандаш попался. Химический. Вот у нас штук. Помылся. В принципе, неплохой. Надо будет только очистить от засохшей глины. По нынешним временам неплохо. Так. Окей. Так, ну что ж, это пол блиндажа у нас позади. Мы его потихонечку обратно закапываем. Вот. Еще несколько находок у нас тут. Ой, небольших. У нас зубная паста радиоактивная. Дорамат. Такой вот тюбик. Свечка блиндажная и ножичек перочинный, но, к сожалению, состояние не айс, такой железный. Вон, ну, пробки, немножко гильз, немножко патронов, ну, в общем, как-то так. Впереди у нас еще пол блиндажа. Тик-тик-тик. Сейчас мы сделаем небольшой перерывчик. И блиндаж добьем. Осталось нам где-то треть. Ну, пока попадаются в основном пробки. От минералки. До патрончики. Ну, вот разве что ластик попался. До карандашек был, но развалился. Их. Угу. Так, у нас тут сооружение. Бардачи. Полы. Вываливается все. У нас какая-то бутылка показалась. Но непростая какая-то. Это будет клинская там или. Ага. Как всегда будет битая. Главное, ты не засади. Нормально. Кто-то там
пишут на стекляхине. А это, походу, эстонская. Мы уже находили три разновидности с тремя разными рисунками и надписями. Это, походу, да, это эстонская бутылка. Ну-ка, покажешь, что там у нас. Что, он с корабликом? Да, вообще. Да, ну вот я такую находил. А, тут буковка М. Кораблик в виде буковки М. Ну, потом сполоснем. Сзади тут у меня надписи тоже. Ладненько. Глянем еще. Полоснул бутылку. Такая вот веломо. И сзади он тут еще. Има Амандус. Заклинание такое старинное. Так. Ящичек был он. От этих. От гранат. М39. И вон еще кисточка попалась. Красили что-то. Все, закончили мы с этим блиндажом. Так вот, два блиндажика у нас тут разрыто. Сейчас посмотрим, что у нас накопалось под конец. Ой. Тут у нас, видите, заземление было номер два, но уже из какого-то гвоздя сделано. Пара свечек блиндажных. Гильза сигнального пистолета. Стрельная. Флакончик такой вот. Невея. Что такое-то? Парфюм. Так, это был лейкопластырь. Катушка сдохла. Пыльник на МП-38, МП-40. Это пробка от медицинской бутылки. Это низ взрывателя ДЗ-35. Что-то они с ним тут делали. Какую-то гайку. Вот. Тюбик. Мазь от лечения. Для лечения обморожения. Так. Ромбик с погон. Такой с усиками. Угу. Какая-то деталь пластиковая. Непонятно чего. 10 Рентон Твинингов. 24-й год. Пакет индивидуальный перевязочный. Он пустой, но там где-то у него булавки. Хотя он по виду даже не вскрытый. Может, бинтик просто сгнил. Так. И допремень у нас. Немецкий такой ремешочек. С алюминиевой фурнитуркой. Ну вот, что характерно, тут вот набито подразделение. Саперы. Вроде как вторая рота. А вот один вроде это батальон, номер батальона. А-21. Не помню, полки были у них саперные. В общем, такое 2/. Пионер-21 и римская единица. Вот, так что все, с блиндажем разобрались, находочек наковыряли. Сейчас пойдем побегаем с приборчиками.
Так, пробежались тут еще по верхам. Одни допники этот. Банки для доп. Зарядов. Немецким минометом. Пара гильз. Вот такая гильза еще попалась. Это Браунинг. Скорее всего, с самолета нашего приземлилась. Вот. И каска немецкая. М40. Ну, не первой свежести, как говорится. Вот такая. Вот. Так что за сим пока все, наверное. Накопались. Поедем в обратную сторону. Так что увидимся в следующий раз. Всем до новых встреч. Это был Лунный Ландшафт. Подписывайтесь, пишите огненные комменты, заходите в Инстаграм, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока, Леха!